Больше месяца в Туркестанской области не могли найти несовершеннолетнюю беременную. 17-летняя Назым Алдаш пошла в больницу и пропала. Мать девушки уверяет, сразу обратилась в полицию. Поиски Назым затянулись, вести от нее не было. Это же моя дочь, пожалуйста, найдите ее. Прошел уже месяц и 5 дней. Как можно было так долго искать человека? Она беременная, ей ходить тяжело. Куда бы она сама ушла? По словам матери Назым, в октябре прошлого года дочь украли по дороге в Алматы и пытались насильно выдать замуж. Девушка смирилась, осталась в доме жениха в Таразе. Назым забеременела. Брак официально не оформили. Когда мать приехала навестить дочь, на лице Назым не было живого места. Девочка пожаловалась на побои и попросила забрать ее домой. Дочь была вся в синяках. Она мне рассказала, что ее заставили пасти овец и регулярно били. Говорила, били хлыстом, связывали, пинали. Мы ее забрали. А потом вот через месяц она вышла из дома в больницу и пропала. Мы выяснили, что Назым списывалась со своим знакомым. Нашли его. Он сказал, что это подстроил ее гражданский муж, чтобы забрать Назым. После того, как родные девушки обратились к журналистам, Назым объявили в международный розыск. 28 марта несовершеннолетнюю беременную нашли в Жанатасе Жамбылской области. По данным полиции, она жила там с гражданским мужем. В настоящее время найденная женщина была возвращена домой. Устанавливаются мотивы и обстоятельства данного происшествия. Как оказалось, Назым не против жить с отцом своего будущего ребенка, а маме не звонила, потому что боялась, что она заставит вернуться домой. Я была с мужем, он не бил меня, свекровь знала, где мы, я хочу вернуться обратно. Анастасия Новикова, Амантай Уельбеков, Абзал Турайбеков, информационная служба телекомпании «Утрар».